Всем привет! Сегодня мы играем в Майнкрафт, и я вас научу копировать предметы. Не все предметы, но те, которые на вас одеваются в эти 4 слота. Любые. Для этого нам нужно одновременно нажать, ну как одновременно, немного быстрее нажать клавишу Q и клавишу надеть. Это правая кнопка мыши. Это делается вот так вот. Вот мы выбросили шлем, и он у нас еще оделся. Мы его можем подобрать. Но он до сих пор на нас будет. Также мы можем и с остальной броней. Все, теперь мы полностью одеты в алмазную броню. Эта алмазная броня как бы не настоящая, но она может немного подавлять весь полученный урон. Также мы можем одеть джетпак, если вы играете на Industrial Craft. Или еще какие-то предметы. И все, короче, которое на вас надевается. Эти предметы нельзя выложить, они просто пропадут. Вот смотрите. Эти предметы я сейчас выкину. Мы попробуем взять нагрудник. Он просто пропадает, и вся остальная броня тоже. Так можно делать бесконечно. Это баг игры, это не чит. Этот баг работает на всех версиях игры, насколько я знаю. Ладно, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Удачи!